Так, ну что, ребятки, идем next дом. Next тайник. Посмотрим, что там. Добежим уже ножками. Тут вроде рядом. 200 метров. Здравствуйте, здравствуйте. Все, до свидания. Здравствуйте и до свидания. Оба-на, это что такое? Это клетка. Там, значит... Блин, он не сюда поехал, по дороге прямо. Ну ладно. В клетках у нас, значит, сидят заложники. И заложников нужно освобождать. Я подключился к камере. Тайник где-то рядом. Черт. В твою сторону идет патруль. Поторопись. Да чё ты меня пугаешь каким-то патрулем? Я с ними на раз-два. Так, мне самое главное знать, сколько здесь врагов. Скунс? Это враг? Это мой враг? Ну, кстати, он вредный. Он умеет вот этот... А, я не попал. Хвост поднимает и такой... Фша делает. Не... Ах вы... Это засада! Это больше на засаду похоже. Так. Не, не. Так, добили. Блин, прям засада конкретная. Вот ты чё у нас? Ты как так сделал? Ты чё, Человек-паук? Так, кто где? Так, нет, 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 я зайду. Блин, а что ж так светит-то? Минус. Так. Да, я не там, чувак. О, волк пришел. Давай, давай, давай. Волк висит сектант. Кто кого? Волк победил. Красава. Так, ну и я всех победил. Так, теперь нужен... Да, я тоже думаю, нычка в хижине вряд ли будет. Так, записка есть. А быстро нацарапанная записка. Илай, нам опасно здесь оставаться. Слишком много сектантских патрулей вокруг. Сегодня я уезжаю вместе со своей семьей. Я тут припас для тебя кое-что. Найдешь снаружи, в тайнике под землей. Прости, Илай, но я должен позаботиться о семье. А это у нас что? Это ящики с пластинками. Да подожди. Подожди, ну, подожди. Небольшой люк. Я патроны собирал. Вот, есть, да, я вижу. Все четко. Так, а там, кстати, что у нас? Так, потом туда схожу. Так, да, вот она. Все, нашел. Что теперь делать с ним? Так, тут книги в основном. Крепкая банка. Чё она там кричала? Блин, последняя нычка. Слушай, ты там рядом. Не дай святошам забрать наши припасы. Да не дам. Ты скажи, то куда идти-то? Так, я рядом. О-о-о! Вот это рядом. Вот это прям вообще тут чуть-чуть идти. Ладно. Так, есть тачка. Квадроцикл. Сейчас на квадроцикле быстро доберемся. Где он? Вот он. 600 метров. Да, оно рядом, всего лишь. Так, камень. О, поехали. Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ. Так, здесь у нас спуск. Так и должно быть. Вообще, на дорогу бы выехать. Так, тихо-тихо-тихо, нам застревать нельзя. Так, вот она, да, большая, да. Обана. Так, пленников освобождаем. Всегда хотел умереть в окружении близких. Так, все, чуваки. Спасибо, что выручил. Давайте, молодые, бегите. Не знаю, чем бы все кончилось, если б не...
А, это свой. Все, я понял. Кстати, у него какая-то инфа для меня есть. У старой площадки для пикников живет старик. Я говорил ему, что надо сваливать, но он не хочет. Может, тебе удастся его уговорить? Так, ну окей, Джордж Уилсон. Да, потом доберусь. Сначала у меня есть ответственное задание. Мне очень повезло. Нам до тайника надо добраться. Да, похулиганим чуть-чуть. Так, это свой. На таких тачках только свои ездят. Блин, ну как он в горку-то идет, а? Красота! Так, я тебя вижу. Стой! О, нет! Что? Мудили, обнесли бункеры, сваливают. Скорее за ними. Верни наше добро. Так, они... Остановите. Быстрее, они же уйдут. Они на тачке, что ли? Блин, рили на тачке. Так, ладно. Они на тачке. Блин, ну я не знал, что они на тачке. Сейчас, я иду. Я иду до квадроцикла. Так. Садимся, поехали. Поехали. Так. На них мы не обращаем внимания, просто едем вперед. Куда-то они... И чё, оторвались? Смотались-таки. Давай еще раз попробуем. Я просто не знал, думал, мало ли, может, они пешком убегают. Там у них там рядом свои пацаны, они там пешком до своих пацанов, и потом... О, поехали. Я тебя вижу. Стой. Чё, стой, сейчас я по... метку поставлю. Но нет! Так, еду. Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько с пулемета по мне стреляют-то, а? Так нечестно. Так, минус. Еще один остался, как раз с ящика. Нет. Давай, резче, поехали. Поехали. Куда он делся? Вон он. Так, я здесь проеду? Проеду. Вот, а дорога ровная, хорошо. Главное, не сворачивай с нее. А, так это еще випсик там. Так, главное, чтобы патрона хватило. Так, все. Завалили гада. Так, обыскать. Так, ну все. Возвращаться в логово. Как скажешь, брат. Так. Так, тихо. Поставить метку. Быстрое перемещение. Это получается... 3 тайника я собрал. 3 желтых ящика. Ну, наверное, без этих желтых ящиков жить... не варик. Что-то там, значит, важное, секретное есть. Так, не ты, мне нужен вот ты. Ты вернулся? Да, у меня тоже такие пластинки есть. Блин, слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с эдемщиками. Спасибо еще раз. Да, не за что, брат. И она тебя не подведет. Так, все. Бам. Так. Задание выполнил.
припасы из волчьего логова. Так, так, дальше что я там хотел? До деда съездить, Уити. Что за Уити? А как того деда звали? Не Уити случайно? Джордж Уилсон. А я не помню, как его звали. Ладно, давайте основное задание сейчас не будем трогать, а сходим к Уити. А, так привет. Это он и есть Уити. Да, здорово. Короче, я хочу воскресить радиостанцию. Нам нужно вдохновлять бойцов, искать добровольцев. Ну, такое. Пока тебе ничего не наплели. Да, я предпочитаю винил. Но я не хипстер, не думай. Никаких пучков на затылке и чайного гриба. Пока с сигналом дела плохи. Но Тэмми работает над этим. А я... Эй, убери. Ой-ой-ой-ой, я не хотел, брат. Эй, потрендим? Да-да, давай. А, отлично. Так, пока с сигналом дела плохи. Но Тэмми работает над этим. А я... Хочу заняться плейлистом. Илай оставил мне кое-что. Но музона много не бывает. Короче, наткнешься на пластинки, тащи их сюда. Тэмми наладит вещание, и в эфир выйдет диджей Уити. Готовься. Так, ну у меня какие-то пластинки были. Так, ну это второстепенное задание, и скорее всего надо будет по всей карте бегать сейчас. Чекнем. И типа по всей карте бегать надо будет искать эти винилы. Где они? Ну давай, я один находил. Да, точно такой же. Круть. Сейчас запупырю это в эфир. Найдешь еще, тащи сюда. Расширю плейлист. Ага, их всего 5. Ладно. Этим я потом буду заниматься. Так, пока... Что там еще есть? У нас какой-то... Дедулька, старичок был. Скорее всего, вот он. Вот туда мы сейчас и направимся. О, я могу сюда переместиться. Точка высадки. Сейчас я точка высадки и туда полечу. Ну, сверху попарю. Так. Где тут? А, вот сюда, 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 куда-то надо, да? Давайте карту чекнем. Нет. А почему она не поставилась? Вот. Не, правильно, сюда. Все, летим. Так, на 50 метрах парашют. И... Давай. Вот он, да, дедулька этот. Не привет. Поймать, не бросить, не даблплей заработать. Мать твою. Вот запатентовал бы я тогда всю эту статистику. А ты как так говоришь-то, а? Привет. Илай поручил мне следить за дорогами и активностью святош. Раньше здесь было полно детей. Они смеялись, играли в мяч. Я их учил. Я играл в малой лиге. Был шортстопом в Пумах округа Хоуп. Правда, очень давно, до проклятой войны. Я тут карточки просматривал. Всю мою команду убили. Могу поклясться, что у меня был полный набор, но кое-каких почему-то не хватает. Смотрю, у тебя есть несколько, но я хочу собрать все. Найдешь их, приходи. Напомним людям о прежних деньках. Так, это нам нужно найти карточки. Они как-то на карте отмечены? Ага, вот карточка раз. Это у нас не то. А сколько всего карточек? 2 из 9. Лицо у тебя 2... знакомое. Это не, ну, я понял. То, что тебе нужно карточки найти, это я все понял. Ну, давай потом я буду. Хотя тут рядом. Я могу, в принципе, сюда переместиться, метнуться, забрать карточку и вернуться сюда в ангар. Там ему надо аж 9 этих карточек. 9 это много.
Ну, буду по пути бегать, собирать. Если что, буду находить, буду брать. Потом ему отнесу. А сейчас пока заберу одну. Где-то она вот здесь, да? Блин, а что, опять не поставилась? Ну да. Я, вот она. Так, а потом... Так, тихо. Куда ведет-то? Куда меня ведет? Так, ладно, парашют. Куда-то меня повело. Так, тут какое-то строение интересное. Сейчас будем чекать, что там. Что-то надо там взорвать. Это ванпост какой-то? Так, дом Макнилов. Вот такие Макнилы. Ты чё, скунсяра? Ага. Минус один. А это что у нас? Тачку чинит, да? Все, отчинился. Так, тачку эту взорвать надо. Так, волка освободить. Волка освободить надо. Сейчас чуть попозже это сделаю. Сначала территорию надо зачистить. Да вроде все, никого нету. В спину никто не зайдет, дверь закрыта. Так. Блин, какой-то белый волк страшный. Так, давай, волк, убегай. Да убегай! Ты подло! Не! Куда пошел, бля? Я тебе жизнь спас. Вот он пришел, вонючка. Да хорош, бля. Чё вы все меня убиваете? Я ж это... Добра желаю вам. Так, а здесь где-то карточка. Где карточка? Записка. Взять трубу. Не надо мне трубу дать. Не надо мне трубу брать. Так, записка. Привет, Джексон. Присмотришь за моими вещами? Я сегодня в патруле. У меня не попросту не хватает места. Я заскочу, когда буду возвращаться в шале. Спенсер. Я понял, что ты Спенсер, у тебя места нету, чтобы это все забрать. Но где карточка? А, вот она. Все. Это не карточка, это у нас бейсбольный мячик какой-то был. А я карточка. Так, это мы взрываем. Сейчас вот так возьмем динамитика. Бам. Транспорт уничтожен. Так, что тут еще интересного есть-то? Надо сразу обшариться. Кстати, там в доме есть записки. Но я не знаю, как попасть в дом. Через крышу, что ли? Да не. Второго этажа нету. Английского я не знаю. А что за записки? А, вот! Я вижу. Я вижу. Все. Ох, ёк-макарёк. Да тут у нас кладбище какое-то животных. Так. Что тут у нас есть интересного? Записка. Исследовательские записки. Так, Канис Лупис. Идеальный кандидат для испытания, но я предлагаю проверить формулу и на других особях, чтобы понять, сможем ли мы добиться похожих результатов. Вот краткий список кандидатов. Так, лось, пума, медведь.
В центре Клык неподалеку есть медведь, которого мы можем использовать, если до него доберемся. А уже не сможете. Он уже Клык со мной. Так, эта ракетница нам не нужна. Так, а это мы заберем. Комикс про Вьетнам и бабусики тоже. 43 бакса так-то на дороге не валяется. Ну и все, тут больше ничего нету. Вот это я не могу взять, места нету. Вообще не знаю, зачем это... Так, зачем эта банка? Слушай, что там с экспериментами? Есть успехи? Я обещал им отчет к концу недели, так что ты давай поднапрягись. Да и какие могут быть сложности? Формула сработала на волках, а значит, с другими животными тоже не должно быть проблем. В общем, звони мне. Этот отчет нужен Иакову как можно скорее. Короче, ясно. Здесь проводили эксперименты над животными. Ну, делали этих. Волки, которые вот... они волков приручают и делают из них потом судей. Они типа за них, как ручные собаки. Защищают, бегают с ними рядом. А это есть еще... эксперименты над другими животными. Обана. Кто свалился? Да, вот и ты. Да, давай, иди сюда. Так, ладно. Сбил. Нормально. Точно выстрел в голову. И пилот мертвее мертвого. Так, ну все, вроде все обыскал. Задание набрал. Карточки, не карточки. О, медведь. Кура медведя пригодится. Хотя ладно, пусть живет. Че, я не живодер. Так, дальше, что там? Карточки еще где есть? Да, вот она. А, так они мне теперь каждый раз будут направлять, куда идти. Ну не. Бегать за ними я специально не буду. Но я буду, получается, по пути идти. Если по пути где-то буду встречать, буду обязательно брать. А сейчас схожу пока к ангару. Посмотрим, что там. А, вон, красненький самолетик будет. Полетаем. А хотя нет, я просто ангар открою, а на самолете летать не буду. Не нравятся мне этот самолет, они плохие. Очень плохие.